Идет вопрос здесь не только о территории Донбасса. Это раздел власти, изменение мира, когда Америка не хочет прощаться со своей гегемонией, не хочет признавать, как бы, да, что уже мир становится биполярен. И всеми усилиями им надо просто уничтожить Россию, унизить, прежде всего, русского человека. Сейчас быть русским очень... Не то, что даже мы там года 4 тому назад говорили, что русским быть не модно, а теперь я могу сказать, что русским быть уже опасно. Понимаете, но опять же, мы же русские, и это только нас сплачивает и наоборот закаляет просто-напросто, потому что, ну, так всегда было.